И снова здравствуйте, всем привет, Blender 2.81. Информация в этом ролике будет именно капли на воде. Название канала, с которого взята эта информация, будет именно под роликом написано. Так, Delete, убираем куб и добавляем Add Mesh, добавляем план. Первый вариант плана, это просто заходим, жмем табуляцию и заходим в Edit Mode, находим Edge, находим Subdivision, опять же Subdivision подразделяем или вот тут вот потом еще добавляем их побольше, чтобы капли были видны получше. Так, теперь табуляцию нажимаем, заходим в Object Mode, делаем еще вот Add, добавляем план, включаем Move и вверх вот так все это дело поднимаем. Нижнему плану теперь можно S прибавить размер. Верхний план у нас будет кисточка, а нижний план будет холст. И добавляем сначала вот эту функцию Particle Properties, именно частицы. Вот так вот. Заходим и находим именно рендер. В рендере за место Halo ставим Object. Внизу здесь вот нужно поставить то, что будет падать сверху. Это будут у нас или капли, вылепленные вами, или вот просто пока сейчас добавлю икосферу. Икосферу можно вот сюда подтянуть, S уменьшить, пусть сбоку повисит. Включаем вот этот план и подставляем именно здесь вот, нажимаем икосфера или нажимаем пипетку и жмем на саму сферу. Так, здесь все установлено. Теперь вот этому плану надо добавить физики, именно Dynamic Paint рисование, и поставить кисточку. Add Brush применить. Находим, что тут у нас находится. Mesh. Ставим Particle System. Появляется еще вот одна такая окошко. И вот здесь ставим Particle System. Так, этому плану ставим Dynamic Paint, это будет холст. Применяем, находим тут Vertex и оставляем, а за место Paint ставим Waves, именно капли. Ну и ставим Play, смотрим, как все это дело происходит. Видите, что Subdivision маловато и многовато вот этих частиц падает. Заходим на план, уменьшим количество частиц вверху здесь. С 1000 давайте до 150 поставим. Enter. Так, теперь пролетают они очень низко. Вот аж докуда. Вот здесь они. Это нам не надо. Здесь ставим где-то 30. Ну и чтобы все это виднее было, прибавим Scale. Scale это вот он, здесь где Object стоит. Прибавим их побольше. Так, жмем, смотрим. Вот они теперь падают. И вот брызги должны оставаться. Включаем вот этот план. Жмем табуляцию. Вы видите, что мало полигонов. Заходим в Add и подразделяем еще побольше. Так, больше делать не буду. Берегу ноутбук. Теперь ставим play, и вот они появляются капли. Вот эта система именно на модификаторе Океан не работает почему-то. Кто знает, подскажите. И увеличивал, и уменьшал, так сказать. Так, вот это первый такой вариант. Давайте его выделим и с помощью Move отведем в бок. Он пока пусть повисит сбоку. И добавим еще Mesh, план, и попробуем новую систему. Добавим сразу модификатор, Add модификаторы, Subdivision Surface. И добавим сначала до 3. Теперь, перед тем, как вы будете добавлять модификатор, не прибавляйте в размерах именно вот этот вот план. Теперь жмем табуляция и добавим Loop Cut'ы. Вот таким вот образом. Это вот второй такой вариант плана. Теперь табуляция. Заходим именно в Object Mode. Жмем S. Вот теперь можно его прибавить.
И вот здесь уже можно добавить именно вот эти до 6 именно сабдивизии. Ну и этому плану нужно теперь физику добавить. Dynamic Paint. Добавляем ему холст, опять же, это так. И все повторяем. За место Paint ставим Waves и смотрим, что произойдет. Ну вот такие капли. Качество, конечно, не очень. Нужно подразделить еще побольше. Ну вот, все работает, капли остаются. Они красивые, когда добавишь много именно полигонов. Я раз пробовал, но потом не стал. Ноутбук у меня подвисает. Ну, кто смотрит канал, знает почему. Так. Ну, в принципе, все нормально, все зашибись. Так, ставим, смотрим, что у нас тут падает. Вы видите, что пропали наши вот эти гаврики. Давайте их найдем, поставим побольше. И вот их тут почему-то не видать. Вот теперь их видно. Так, слишком большие, давайте чуть-чуть их уменьшим. Вот так, ну чтобы их все-таки было видно. Вот, все, капли падают, остаются, результат получен. Система теперь в чем? Я сейчас сохранюсь сначала, сохранить как на рабочий стол. Чтоб не вылетело. Так, и теперь добавим в Add Force Field вот этот. Добавим именно в вентилятор. Жмем G. Переносим его. R. Перекручиваем вот таким вот образом. Еще перекрутить можно. И так вот G подвести поближе или отвести подальше, или прибавить застрелку. Или настроить уже вот в функциях вот здесь вот. Ну, включаем play. И вы видите, что немножко они движутся. Почему-то у меня именно вентилятор. S-Scale прибавим. И ротацию немножко. G приподнимем, play. Теперь нужно увеличить именно силу вот этому вентилятору. Ну вот сейчас опять вылетит, наверное. О, нет, все нормально. R перекручиваю и включаем. Вот вы видите, что капли сносит в бок. Теперь можно немножко их вот так вот G вот сюда кверху поставить. И вот вам в принципе получится дождь. Вот он теперь их оттягивает в бок. Вот такая сила вентилятора. G. Можно его назад чуть отнести. S немножко уменьшить. Так, G поставить с этой стороны. Это вот он затягивает в себя. И R, если перекрутить, вот таким вот образом. То вот будет он их туда толкать. Немножко у меня все замедлено, конечно. Ну, вот принцип такой. Если сейчас вентилятор удалим, все будет на место падать. Опять же, настройки вентилятора я показывал с дымом. И вот теперь можно добавить завихрение, вот эти магнетик, вот этот vortex. И вот он может их еще закручивать. G опускаем так, где-то вот сюда ставим.
И вот немножко его S поставить побольше. И он должен вот этот дождь закручивать именно, когда будет дуть вентилятор. Ну, вот такая система. Все работает, но у меня сегодня все медленно. Пардоньте. Ну, вот такая система. Если сейчас сделаем вот такую штуку, допустим, все это дело, пока я удалю, это уже вспомогательные, типа, дождь там плескаться будет и так далее, капли уносить, количество капель, качество капель можно сделать. Ну вот если сейчас на вот этот план поставить модификатор, допустим, так, добавляем модификатор океан, вот он увеличивается в размерах, переключаемся на план, и если сейчас включим вот опять же падение вот этих всех частиц, то вы увидите, что они сквозь проходят, но капель не оставляют. Кто знает почему, какую клавишу настроить, куда нажать, что добавить, подскажите, пожалуйста. Так, еще такой вариант. Если взять вот этот план теперь delete, и вот этот план можно теперь удалить, добавим mesh, добавим план, и сразу с этого плана, не добавляя subdivision, добавим модификатор именно, так, опять же, модификатор океан. Вот видите, он увеличивается в размере сразу. Но если вы переходите в табуляцию, то получается сам план, вот он. А остальное, вот на этом ничего не рисуется. И давайте попробуем подразделить вот этот план и посмотрим, как его, конечно, не знаю, правильно, неправильно, но можно вот так вот все это дело увеличить. Ну, оставим пока вот в исходном состоянии Ctrl-Z. Так, и вот этот план подразделим Edge, Subdivision, и погнали добавлять. Ну, и вот тут чуть-чуть подразделим вот до таких размеров. Так, опять табуляция. И попробуем вот этот план теперь S уменьшить, G подставить вот сюда, применить вот этому плану. Так, выберем океан и применим опять же ему физику, Dynamic Host. И поставим опять же за место Paint капли воды и включим. Вы видите, все проходит мимо, даже по центру, где подразделено. Как я уже только его не настраивал, ну, словом, не получается. Вот такая штука. Так, икосфера стоит. И вот здесь, кстати, пропадает... Где тут эта функция? Вот здесь вот пропадает функция, вот эта вот, которую нажимали Particle System. Она тут начинает отсутствовать и не ставится. Вот где был раньше рендер, Object ставится, икосфера ставится. А остальное ничего не ставится. Партикула нету. Вот этой вот клавиши. Даже если эту включить клавишу. Что тут еще можно включить? Вот все тут включено. Жмем. И все мимо пролетает. Ноль эмоций, ноль всего. Никаких капель. Все, решаем этот вопрос. Кто знает, помогайте. Все, всем пока, до свидания.